Добрый день, друзья! Это «Съедобный бизнес», с вами Андрей Сунко. И сегодня мы в Абу-Даби, и это необыкновенный выпуск. Я не рассказывал вам, но я запускаю новый стартап, это коворкинги. И сегодня мы приехали в Эмират Абу-Даби, потому что здесь открылся самый большой в мире коворкинг. Это WeWork. И мы направляемся туда. А направляться мы будем на Тесле. И сейчас вот мы приехали на локацию, и благодаря такому приложению, как eCar, CarSharing, мы можем взять в аренду Tesla X всего-то навсего за 65 центов в минуту. Ну что, поехали на Тесле в WeWork. Значит, при загрузке вы аплодите свой ID, лицензию драйвера, и, в принципе, в течение суток вам все подтверждают. Вы подсоединяете свою карточку, либо Apple ID, и можете оплачивать прямо на месте. Для того, чтобы активировать машину, нам необходимо произвести ее осмотр. И для этого есть точки, по которым вот просит программа сделать фотки для идентификации состояния машины при приеме. Так, ну что, вот мы уже активировались, и торжественный момент, погнали в нашу красивую машинку. Не переключайтесь. Ну и, конечно же, задняя дверь. Прошу вас, мои любимые подписчики, все для вас. Так, друзья, первый экспириенс в электрокаре, в Тесле. Конечно, впечатляет дизайн интерьера. Сейчас разберемся, как она заводится. Все приборы уже горят. Давай попробуем сдать назад. Так. Друзья, все очень просто. Ее же не надо заводить. Это, конечно, прикольный экспириенс, потому что ты вообще не слышишь шум двигателя. И вообще ничего не слышишь. Это круто. Оставайтесь с нами, а мы поехали в WeWork. In 300 meters, enter the... Друзья, я под впечатлением от этой тачки, конечно. Невероятное изобретение. Илон, спасибо большое. Я кайфую. Мы сейчас уже едем в Hub 71. Это партнерская компания WeWork в Абу-Даби. И немножко фактов о самом большом коворкинге в мире. В 2010 году Адам Ньюман с партнерами решили открыть первый WeWork вообще. И это был Green Desk, небольшой коворкинг спейс, где они решили сдавать им место и зарабатывать какие-то деньги на субаренде. Но уже через год они поняли, что это довольно прибыльные бизнес, и начали масштабироваться, переименовав себя в компанию, которую мы все знаем сейчас под названием WeWork. В 2019 году WeWork насчитывал уже более 180 точек по всему миру, и капитализация этой компании достигла 49 миллиардов долларов. Вот, поэтому я считаю, что это очень современный концепт бизнес-центра, и за ним будущее. Поэтому не переключайтесь, в следующих выпусках я буду показывать концепт и строительство своего первого коворкинга, который откроется в Дубае уже в этом году. Напишите свои комментарии, что вы думаете по поводу концепции коворкинг в целом, что вы выбираете, просто офис, либо же место, рабочее место, которое вы готовы делить с другими людьми, и как это вообще влияет на эффективность и трудоспособность ваших подчиненных, либо вас самих. Ну и не переключайтесь, мы погнали в WeWork. Так, друзья, я не знаю, как работает автопилот, но вот я вроде бы разобрался, как включить
контроль полосы, и, наверное, возможно, это и есть автопилот. Сейчас продемонстрирую вам. Вот, я отпускаю руль. Мы едем в одной полосе. Возможно, даже машина приведет нас сама к точке назначения. Вскоре узнаем. Друзья, ну, в общем, немножко плохие новости, потому что нам не разрешили снимать в здании, где находится V-Work. Но вы не переключайтесь, мы постараемся обязательно, как настоящие шпионы, что-нибудь да показать вам из новенького коворкинга в Абу-Даби. Погнали! Друзья, вы можете прийти в коворкинг-центр и начать полноценную работу уже сегодня. Для начала давайте разберемся с понятием. Коворкинг – это пространство, где любой желающий может найти для себя временное или постоянное рабочее место. Здесь есть переговорная зона для организации встреч с заказчиками, площадки для проведения тренингов и комнаты отдыха. Только вот трудятся тут люди, совершенно не зависящие друг от друга из различных сфер деятельности. Такие как предприниматели, дизайнеры, копирайтеры, программисты, переводчики, менеджеры интернет-магазинов и многие другие. Выглядит все примерно так. В распоряжении собственника имеется огромное помещение, разделенное на отдельные или общие рабочие зоны с доступом в интернет. Оно полностью оборудованное оргтехникой, а также другими приятными и полезными мелочами. Ну что, в общем, побывали мы в коворкинге V-Work, первый в Эмиратах, следующий откроется уже в марте месяце, как нам сказали, в Дубае. Значит, ближе к делу. Офисы расположены на трех этажах. Самый дешевый вариант – это арендовать флекси-деск, который обойдется в месяц 1300 дирхам. За это вы получаете свое как бы место закрепленное, плюс возможность сидеть во всех лаунж-зонах на трех этажах. И также, конечно же, это бесплатный кофе, чай, всякие прохладительные напитки и участие в воркшопах и прочих мероприятиях, которые проходят, в принципе, несколько раз в неделю. Вот, 1300, значит, на одного человека. Если вы хотите арендовать, к примеру, офис на троих, то это вам обойдется 7000 дирхам в месяц, что я считаю, что, в принципе, дороговато по рыночной цене на коворкинге в Эмиратах. Но это V-Work, это уже бренд, поэтому, конечно же, все хотят туда попасть. Что касается локации, локация топовая, рядышком Four Seasons Hotel, рядышком галерея Mall, новый Mall в Абу-Даби. В общем, это своего рода financial center, похожий на DIFC в Дубае. Они запустились 3 недели назад, у них уже загрузка 45%, что впечатляет на самом деле. И
Они попросили, ну, как бы вернуться через пару недель, когда у них уже будет официальное открытие, и тогда поснимать. Но нам удалось сделать несколько кадров, чтобы показать вам эксклюзивчик, который, ну, как бы вы только что увидели. Самое интересное, это то, что эргономика в офисах на очень высоком уровне, все выглядит очень круто, оформлено в стиле WeWork, сам став сотрудники тоже расслабленные, friendly, но при этом они обладают нужной информацией для продажи вам space нужного. Стартуют пакеты по месяцу, также можно оформить годовую подписку, но при этом цена не меняется. И последнее, это то, что этот коворкинг находится в фризоне в Абу-Даби, соответственно, для того, чтобы там снять себе место, вы обязаны оформить лицензию в этой фризоне. Это, конечно, такой огромный минус. Чуть позже расскажу вам преимущества моего будущего коворкинг space, и надеюсь многих из вас увидеть тоже в том числе там. Не переключайтесь. Ну что, вот мы вернули Теслу на место. Всего лишь за час мы заплатили 39 дирхам. Это просто копейки по дубайским меркам. Я думаю, что с этого места нам бы такси обошлось дороже до WeWork. Что могу сказать? Машина просто бомба. И я всем советую, кто может себе позволить, покупайте Теслу, присоединяйтесь к владельцам электрокаров, потому что за этими машинами будущее. Это однозначно. Ну, с вами был Андрей Сунко. До следующей недели. Пока.